На сегодняшний день это одна из основных площадок для общения молодежи, молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и российской молодежи. Я думаю, что я больше русская, чем камерунка, потому что я больше знаю о России, чем о Камеруне. И буквально, ну, я тут родилась, в России, и я рада быть русской. Русский человек – это честный человек, добрый человек и хороший человек в целом.